Заря, у нас подбили БМП-шку, По дороге 13-го, 292-му, метров за 500 от железнодорожного переезда. Ребят, в упор расстреливают. Помогите, чем можете. Здравствуй, мама, а вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама, все как прежде хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, как бывает трудно нам. Мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности года в Дагестане, где...